Лекция на тему основы службы в органах госбезопасности. Полевой офис ФБР – это не что иное, как филиал ФБР, который располагается в определенной территории и имеет свою собственную юрисдикцию. Директор ФБР в нашем случае подчиняется генеральному прокурору штата Феникс. Наши взгляды на шаг впереди преступности. Наша миссия – защищать жителей штата Феникс от преступлений высокого приоритета и поддерживать их безопасность круглосуточно. Также наши приоритеты – это защита штата Феникс от террористических атак, это предотвращение терактов, освобождение заложников, ведение переговоров, развитая агентурная сеть и безопасность штата Феникс. Защита штата Феникс от организованной преступности – это поимка ООП, группировки и мафии, да. Защита штата Феникс от коррупционеров в госорганизационной сфере, да, поимка сотрудников организаций, занимающихся продажей материалов формы оружия, также снятие розыск, проверки госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нет, нету. Лекция на этом окончена.